Ребята, всем привет! Как обещал в прошлом видео, сейчас вместе с вами соберем циклончик и посмотрим на принцип действия его. Что к чему, стоит такую вещь заказывать, не стоит. Я сам первый раз заказал, посмотрел обзоры, заказал. Вот сейчас будем вместе собирать и посмотрим. Надо она, не надо, как он работает. Так, как в прошлом видео показывал, в наборе вот у нас есть наклеечка. Сейчас я ее на крышку приклею. Это так называемый диаметр самого. В принципе-то он больше нарисован. У меня, наверное, так, сейчас я померю короночку. Пойдет, не подойдет она. О, коронка подходит. Вообще замечательно. Так. Мне кажется, она, конечно, чуть больше. Ну ладно, рискнем. Если что, потом изоляцию подмотаем. Так, дырочки для саморезиков. Так, сверлить я не буду, просто шилом их проткну. Надеюсь, хватит этого. Так, дырки просверлили. Сейчас прикрутим с помощью саморезиков, идущих в комплекте. Так, ну вот такая штука получилась. Наклейку оставил. Ну, забыл отклеить. Ну, пускай как прокладочка будет. Устанавливаем. Ну, вроде держится. Сейчас камеру поправлю. Так, непосредственно сам пылесос. Мешок еще не вытащим. Сейчас вытащим. Фильтр подзасранный, ну ладно.
Для проверки, я думаю, пойдет. Смотрим, что там у нас внутри. Ой, чистенький пылесосик. Открываем обратно. Так, на шланг я одел идущие в комплекте эти муфточки, переходники, не знаю, как их назвать, и втыкаем. Так, все идеально подходит, все плотненько. Так, сейчас следующий шланг. Тоже одел переходничок на сам пылесос, без всяких там этих изолент, я не знаю, ну, ребята какие-то там эти премудрости делают. Тут все шло в комплекте. Блин, сейчас включим, посмотрим. Лишь бы это ведро не сплющило. Не знаю, насколько это критично. Сейчас посмотрим, какой-нибудь мусор найдем. Чуть-чуть смету. Так. Ну, я думаю, вот этого достаточно будет, чтобы проверить. Ведерко слабенькое, сейчас покажу, что происходит. Видимо, тут надо что-то поставить, какое-нибудь кольцо. На бумажку замерим еще. Куда она попадает? В сам пылесос или... Так, ну что, смотрим, что получилось. Блин. Сначала что у нас в ведре? Ну вот, все, что было, оно и есть на самом деле. Сейчас посмотрим пылесос.
Чистота. Лезвие, ну это, видимо, оставшееся было. Ну, фиг с ним. Может быть, и оно попало, не знаю. Ну, по крайней мере, все чистенько. Ну, вот, вы сами видели. Я думаю, что... В принципе... Стоит такую вещь приобрести. Ради экономии... Мешков не всегда дешевых. У меня стоял вот этот интерсколовский мешок. Вроде как дешевый, но... Фильтр им засирается пипец. Не знаю, ничего не имею против интерскола, а то еще в суд подадут на меня. Ну, сами видели. Короче, вещь стоящая. Если купите, то уж точно не пожалеете. Сами видели, собирается на раз-два. Все идет в комплекте, не надо ничего там мудрить с какими-то конусами, с фановыми трубами, с переходниками, которые также идут в комплекте и втыкают. Так что, ребята, кто задумал покупать циклон, в принципе, вещь проверенная, работает. Great job. Покупайте, не пожалеете. Не знаю, у этого продавца, у другого, у этого замечательная быстрая доставка. В комплекте, как вы видели, все переходнички идут. Ничего придумывать, ничего лепить не надо. Момент сборки вы видели, потраченное время. Дырочка, 4 винта и все готово. Вот такой... Вот такое чудо с долларом. Спасибо, что смотрели. Заходите на мой канал. Всем пока.